Ну так получается уже колонны в готовом виде. Видите, да? Как соблюдается перевязка. Привет, друзья! Это видео будет посвящено тому, как сформировать углы. Кто не знает, смотрите, эта информация будет вам полезна. Сейчас я на примере колонны покажу, как это делается. Поехали. Как обычно, начинаем все с проливания. Далее. Да. Выставляем отсюда нужную ширину. Вот у нас одна сторона сформирована. Здесь сюда я вернусь вверх попозже, покажу, как делать здесь. Максимально близко, но аккуратно накидываем к краю. Далее вот такая терка. Увлажнили. Лишку снимаю сразу сверху.
потом довожу до нужной высоты и толщины. Все, этот угол пока оставляю так. Вот этот угол. Первый способ. Можно делать это вот таким образом. То есть добавляя на сам угол, приглаживаю в этом направлении, потом приглаживаю в этом. Увлажняем обязательно, чтобы хорошо скользила кельмочка. Мастерок. Вот так вот, да, формируется угол. Я надеюсь, видно хорошо. И второй способ. Это можно сделать также с помощью. Так, не видно. Так, да. Нету оператора, к сожалению. Подставили гладилочку, и мы видим, да, незаполненное пространство. Кинули. С неудобного я делаю положение, но принцип, я думаю, вам понятен. И обязательно придавливаем, уплотняем этот угол, чтобы он был без пустоты. И аккуратненько снимаем гладилочку. Вот это движение. Сейчас здесь уплотним. Вот угол обязательно как бы приглаживаем. Вот так. Все, что лишнее будет, оно уйдет аккуратно. И угол у нас сформирован. Вот так, друзья. Спасибо за просмотр. Задавайте вопросы обязательно и ставьте. Ну, так получается уже колонны в готовом виде. Видите, да, как соблюдается перевязка. И вот эти камни. Вот такого вот размера. И вот так по кругу идет перевязка. Очень важно это соблюдать, чтобы смотрелось все натурально, естественно, как будто это выложено действительно из камня. Да? Вот здесь мы видим, да? Вот этот камень идет, а этот пошел туда. Этот сюда уходит. И вот таким образом. И эти две колонны я зазеркалил. Здесь вы видите, да? Верхний булыжник идет отсюда, а здесь он идет отсюда. Таким образом получается симпатично.